Очень мне здесь нравится сочетание расцветок. Такой теплый бежевый цвет и цвет хаки. По материалу, как всегда, натуральная кожа сверху, натуральная кожа внутри и по стельке. Вставки из натуральной замши. На мне 39 размер. Мой размер. Нога худая, бесподъемная. Вот по длине они мне сели хорошо. То есть вот у меня пальчик здесь, а вот у меня пяточка. Но по ширине они мне широкие. Смотрите, видите, вот здесь у меня прям пусто, пусто, пустота. Соответственно, делаем вывод, что вот эти кеды, они на худую такую ногу, как у меня, не сядут. Здесь нужна такая нормальная, стандартная ножка. Перфорация здесь идет сквозная, это не имитация, то есть ножка дышит, и кожа, она будет прям здесь такая, очень такая нежненькая-нежненькая, а замша плотная, то есть вот эта замша, она не темнеет, не сереет, ничего с ней не случается. Стоимость у данных кед 6300, размерная сетка с 36 по 40. Размер сетка здесь прям четко, хорошо соответствует. Больше-меньше я бы себе не взяла. А так они прям очень красивые, с платьем они будут смотреться вот так, с брючками они смотрятся вот так. Очень интересные, но цвет просто потрясающий.